Вот так вот, если что. Причем мы можем, как я могу все тоже не показывать, а вот покажу, как принципы объясню. Может быть, да. И потом конечный результат, и дочка придет, поиграет. Дочка у нас в каком классе учится? В четвертом. Ну, она играет что-нибудь так, вот в смысле музыку? Ну, по это самое, немножко там что-то играет. Играет, да? Да, да. Ну, я имею в виду, что-то сыграть она может. Немножко играет. Ну, все. Нам просто надо показать, что сначала у нас не работало, потом я в прямом режиме то-то сделал. Он прерываться там, сейчас перестанет. Так, минут 15-20 поснимались, выключили. Потом я уже... То есть я в разных диапазонах поработаю. Проблему с настроем решил. У нас ведь сейчас проблема какая была? Сейчас была она чисто механическая здесь. То есть не работали две сломанные клавиши, причем очень давно. Вот, мы их склеили. Склеили грубо одну. Но опять же нам там не приходится выбирать. Вот, к сожалению, те, которые у меня клавиши, они вообще не подходят. Я посмотрел. Я, во-первых, выше. Соответственно, я ничего не смогу сделать здесь, поймать ее. Стачивать ее нежелательно тоже. Вот. Лучше начнем. Так, сейчас. Вот это тоже, видишь, принципиально. Надо, чтобы она точно подошла, когда здесь вот. Оп. Видишь, как она легко вставляет? Оп, и села. Вот. Почему? Потому что тогда она не будет. Так. У нас. Тоже резьбу, чтобы не повредить, потому что она здесь мелкая. На 8. Сегодняшний. И вот замерял они в разных инструментах по-разному. В некоторых как-то оборудование, что ли, шло тоже разное. Все, готово, да? Да. Добрый день, друзья. Сегодня у нас Беларусь. Где-то 76-78 год, то есть это, как говорится, золотая эра этого инструмента. Что у нас произошло? Вот если вы обратите внимание сюда, вот, у нас две клавиши оказались пополам сломанные. Вот одну из них, то есть 31, да, это соответствует у нас какой тут ми-бемолю. Я проклеил с помощью, значит, клея ПВА вот такого, да, вот, то есть у нас где баночка была. А, вот, да. Это обнинский или алматинский такой я делал. Да. А, да, обнинский. Вот это самый хороший ПВА. Вот такой вот клей ПВА. Да, сейчас смотрю. Возьмешь его? Да. Вот город Обнинск. Я все время им клею. То есть было очень пополам. Вот если, допустим, камеру позволяет, вот она трещина, вот она, видите, как пошла. Я ее проклеил. И сначала, значит, вот на капроновую нитку, вот такую капроновую нитку вот сцепил, да? То есть, чтобы они это... Сейчас она уже, как говорится, я пока ломать не буду, чтобы так, ну вот я вам показываю, что вот, в общем-то, она рабочая. Вот эта клавиша, к сожалению, она была, то есть она крайняя, вот она вот здесь, да, вот, ре. Она была очень сильно сломана, поэтому я, видите, для жесткости сделал такой каркас, вот.
Сейчас она, как говорится, у нас рабочая. Там буду я смотреть, подставлять. Ну, то есть, вот такого плана. Теперь то, что представляет у нас строй. Вот я сейчас поиграю, вы ноты послушайте. Вот отдумаю, да? Видите? Профилактические работы сейчас уже осуществили. То есть, что я сделал? Я немножко вывел молотки, чтобы они не соприкасались друг с дружкой. Вот. А мы полностью поменяли КПЖи, которые у нас идут под штифтами. Да? То есть, они у нас были все молью съедены. Вот. Сейчас у нас, вот видите, уже удар он правильно идет. Что мы будем делать? Сейчас мы будем делать темперацию. Что такое темперация? Нам нужно разогнать наши звуки на 12 равных долей. Так как инструмент, со слов хозяев, долгую, как говорится, часть своей жизни, так как это примерно 76-78 год изготовления, то есть уже более, скажем так, где-то 30 лет, даже более 35, скажем так, лет, инструмент был не настраиваем, то есть вот как на фабрике вывели строй, поэтому, частично пренебрегая общим строем, то есть я не буду, вот для, чтобы оно 440 Гц колебаний в секунду давало, попытаюсь найти те правильные звуки, которые уже есть, скажем, в хорах, и от них начну при помощи вот тибар ключей, которые я все время использую, то есть вот четырехгранный, да, вот четырехгранный конусный ключ, вот с его площадью здесь вот такой большой, чтобы не стирать. То есть вот эта площадь, она сознательно сделана у нас большая, так сказать, прочная, чтобы грань колка, когда мы насаживаем, вот мы насадили грань колка, чтобы она не деформировалась в процессе настройки. Ну, сейчас я посмотрю, значит, какой звук я возьму сейчас за работу, за основу. Вот видите, соль. Вот эта соль. Чуть-чуть ниже стандарта она может быть звучит. Видите, какой соль мажор некрасивый. Вот при помощи медиатора. То есть все три звука в хорах меня устраивают. Я его трогать, соль эту пока не буду. Вот чуть-чуть ниже у меня верхний колок. Видите, я держу. Вот я сделал соль такую же. Можно чуть-чуть еще. Вот у меня хорошая соль. Видите, какая квинта плохая? Но явно, да, ниже намного. Вот видите, нижний колок бархатит. Веду его.
Вот теперь видите средний. Вот я его тоже эту кварту делаю чистую, чтобы она звучала. Видите, я потихоньку веду. Вот видите, биения прекратились, то есть все три струны у нас сейчас дают один и тот же звук. Вот я проверяю при помощи медиатора. То есть у меня, видите, палец стоит на клавиши, демпфер открыт, и я теперь сверяю. Видите, одинаковый в хорах у меня нот. Вот она у нас до за основу. Теперь это до у нас тоже ниже, да? Я что делаю? Да, еще меня спрашивают, допустим, и на форумах, и, значит, в переписке на сайте, могу ли я крутить, значит, вот обязательно за две рукояти. Тут все зависит от того, насколько плотно наш колок сопряжен с посадочным местом катушки вот этого дерева, да, и непосредственно дельта древесины, в которую он впрессован. Поэтому, я еще раз повторяю, значит, я могу действовать так. Вот я могу левой рукой вот так крутить, вот так. То есть я на обе руки работаю, и справа, и слева. Я могу работать вот двумя рукоятями, если это трудно провернуть. Вот. Могу под углом, вот. Здесь я тоже ловлю, потому что у меня конусный ключ, я его вот до конца насаживаю, у меня никаких люфтов не имеет. При этом он у меня бережет, как говорится, сами грани колка. Вот сейчас я разработаю с до. Видите, как низко? Я ее буду что? Вести наверх. То есть по часовой, видите, я... Тут уже только ухо ловит. Видите, как низко? Видите, вот среднюю сейчас задел, и мы слышим такую аккордеонность некоторую, да? Вот она, чистая октава у нас. Получилось, да? Ну, даже с этой попали, ну, надо ее еще подворачивать, конечно. Вот она. Теперь выстраиваю от до. Вот, видите, какая красивая кварта? То есть, вот это с завода. Вот она. Две струны, вот если бы покажет камера, вот они правильный звук дают. Вторая и третья дают правильный звук. Я его трогать не буду. Чуть-чуть низит. Верхний. Не устраивает эта кварта. Вот она, кстати, с малой октавой тоже строит. Вот она. Вы обратили внимание, что я взял другой ключ. Почему? Дело все в том, что если вот камерой показать, у нас в секторе малой октавы, вот несколько нот, видите, они очень густо насажены. Это не значит, что, допустим, я вот этим ключом не могу, но они очень, видите, рядом. Чтобы не повредить, я вот, а здесь он у меня насаживается, видите, как свободно, то есть не задеваются другие. То есть это я просто экстренно этим ключом, в принципе, я могу работать и этим. Я, видите, вот он как раз сделан так, что не задевает. Но чтобы, опять же, сохранить ключ, я вот сейчас поменялся вот на этот. Все, вот, давай слышимся. Вот сейчас я вводжу эту октавку. Тут самое главное, по возможности, не двигать его колок. То есть найти, а это нам подсказывают только уши наши, да?
первую октаву я выстраиваю кварту. Видите, какая кварта некрасивая. Сейчас мы будем смотреть, где она у нас снизится. Вот это, видите, правильный звук у нас? Третья струна. А верхний колок совсем далеко. То есть почему я говорю, что сначала вы ноты проверьте все правильные звучания, как вот они в соответствии идут по линейке, как говорится, градации квартоквинтового круга. Дело все в том, что инструмент долгое время, как я предварительно сказал, стоял без настройки. И если даже, скажем, у нас будет занижен строй, но он будет постепенно выводиться. Причем, если вы смотреть будете видео все, я начинаю, это может быть, конечно, показаться неправильно, вот от середки раздвигать сейчас буду к низу, то есть к нижнему диапазону, и кверху. То есть, какое бы давление, так сказать, не испытывала чугунная рама, то есть во время движения, тут, так, который я буду вести, я стараюсь вот этот звук распределить равномерно по вербербанку. То есть, вот чтобы, если есть даже какие-то, скажем, трещинки, да, между вот сочленениями, вот этими колками, где-то, может быть, шуруп перевернут был, вот когда он прикреплен здесь был, да? Нагрузка, чтобы распределялась равномерно. То есть есть общая суммарная нагрузка, а вот эту я постепенно. То есть нашел я, что у меня фа хорошо звучит, меня устраивает. Я ее оставил хара. Вот си бемоль вывел, меня устраивает. Дальше еще другой интервал. Вот его. Видите, как я постепенно, то есть... трогать не будем. Видите, он так правильно звучит. Только немножко завышена какая у нас. Чуть-чуть почему-то была завышена средняя. Но это мы еще будем управлять. Дальше. Вот ми бемоль смотрим. Как он низит, то есть явно. И вот из этих трех струн мы выбираем, какая у нас, видите, как низкая. Вот даже средняя, вернее нижняя, и тут чуть-чуть низит, а те две вообще низкая. Хотит, я на средний насаживаю и ищу его. Да?
отведены. Вот оно. Это ниже. Вот чистая октава. То есть с ми-бемолем, если вы заметили, я практически не работал, потому что мы попали уже правильно тогда от этого. Кварту. Видите, как некрасиво звучит ля бемоль? Что я делаю? Насаживаю опять наверх. Попали бы в него. То есть, если мы в ми-бемоль попали в ля-бемоль, видите, чуть-чуть он ездит. Поправлю я его сейчас. Не хватает. Чуть вау, да? Но при этом мы должны хорошо ориентироваться. Вот сейчас я, видите, средний колок опять малым ти-бар ключом. Потому что я дальше буду просто вот это сводить, все, нужно выключать. Продолжаем настройку нашего фортепиано. Вот сейчас я поработал какое-то время, примерно полчаса, да, с малой октавой, с первой. Вот какие у нас звуки сейчас проявляются уже. То есть это уже близко к тому, что будет у нас играться, да, в эти октавки. Резонанс выходит, то, что молекулировочный пользователь. Сейчас я уберу. Так, что я сейчас буду делать? Сейчас я покажу, как я буду работать в нижнем диапазоне, выстраивать. Вот. При помощи ти-бар ключей. Вот. Буду левой рукой даже показывать. Вот сейчас смотрю, какие они соответствия. Вот до меня устраивает. А вот си, видите, звучит ниже стандарта. Ход беру.
могу левой рукой. Много. Большую октаву мы... Сейчас я буду еще соответствие. А потом уже, когда вот здесь сделаю, тогда уже... Видите, какая низкость. Вот видите, пока это будет делать. Вот видите, неправильно. То есть подводить буду на наращивание. Тут у нас уже звуки. Продолжаем настройку фортепиано. Сейчас где-то в течение получаса, может чуть больше, я большую и малую октавы сводил, чтобы они правильный тон были. Если предварительно вы смотрели, там до этого я работал в первой и малой октаве. Да? Сейчас я вывел соответствие и большой октавы, то есть выравнивал здесь. То есть и в малом, и в большом режиме нажать у нас... клавиши, да? А если мы дальше продолжим? Видите, как некрасиво. То есть, что я сейчас буду продолжать? Я буду во второй октаве, опять тибарами, вот работать. Тут правильный выстрел. Вот вы, можно посмотреть, да? У нас основной ми. Видите, чуть низ тон, я его. Вот средний колок сейчас. Видите, неправильно даем звук. То есть операцию по возможности, конечно, выполняйте медленно и по возможности не двигайте. Мало усилий, вот видите, он тут. То есть вот заводы
его ни раз не трогали, поэтому он так... Видите, я сыграл все вместе. Теперь вот он... То есть у нас насколько ниже стандарт. Вот мы будем дальше теперь двигаться, выводить его. Средний звук, да? Вот эту педаль нажимаю тоже право. И веду. Видите, правильный звук? А нижний чуть-чуть я лишний взял. Я вот переставляю, чтобы вот так крутить мне, да? Вот сейчас правильно он должен звучать. Видите? Не выше, не ниже. Чуть-чуть ниже палочкой. Вот он. Вот соль родная тоже, видите? То есть нам упрощает работу. Мы нашли правильный тон, так заводскую его. Вот ля бемоль тоже прекрасно звучит. Чуть-чуть незначительно за 35 лет. Вот я его. И смотрите, какой аккорд будет. И проверим сейчас его. То есть поиграл, почему я в таком режиме? Что если бы он отошел? Я советую вот вам, когда красиво звучать, если опять же вы понимаете теорию музыку, большими терциями, да? Которая у вас была не про...
неправильно до этого. То есть или кварта, или квинта где-то у вас прозвучал, вы неправильно его услышали. Или вот гамму, допустим, проверите по хроматизму тоже. И сразу держись. Thank you.
Пожалуй, все, сейчас здесь проверь, так здесь. Есть у нас. Я чуть-чуть подтянуть, но мы снимать это не будем. Все, спасибо. Ну, с Божьей, как говорится, помощью и силами, которые мы приложили, Беларусь, мы сколько могли, темперацию сделали, проклейку сделали. Вот что у нас получилось. Да, вот такие вот. Изготовляйте себе тиба ключи, вот такие, как показывали, да, вот такие вот, если вы дома есть мужчина. Потихоньку встречая, так сказать, то, что мы делали на видео, настраивайте свои пианино и не вызывайте настройщиков каждый раз. Так, теперь мы попросим Любу, чтобы она нам исполнила, потому что она может сыграть. Иди. Давай. Говори в камеру. Не волнуйся, ничего. Я играю на пианино Беларус и этюд. Добрый день, друзья! Сегодня у нас пианино Беларусь 75-го года. У нас, при том, что строй у нас, значит, настроили мы в прошлый раз, все работает, мы очень рады вот такому качеству. Но у нас появился незначительный скрип в клавишах. То есть это дефектология обычно новых инструментов, когда между посадочным местом вот самой клавиши и штифта есть некоторые, так сказать, поскрипывания. Вот в данном случае сейчас, если ближе, даст расширение указать клавишу. И самое главное, что вот вы сейчас можете услышать, вот не просто играет, а вот если я ее тихонечко, видите? Вот видите? Скрип идет. Или вот, например, ля. Звук правильный. А вот сейчас, я не знаю, дает расширение, нет звука, но легкое такое поскрип. Вот соседнее, допустим, соль диез.
на любом режиме, на большом, она играет просто, но вот соль, да? Вот тоже она скрипит, видите? Что я делаю? Я сначала вот не беру, снимаю. Это аккуратно очень делается, да? Вот, здесь имеется у нас окошко, то есть посадочное место, где у нас клавиш. Вот я беру отвертку, но очень аккуратно эту операцию проделать. И вот почувствуете ее, как вот она до вот этого места вот села, скажем, да? И чуть-чуть, вот видите, незначительно. То есть можно несколько раз эту процедуру проделать, пока не убедитесь вы в том, что нет скрипа. В некоторых изданиях, значит, учебниках пишут, что немножко масла капнут на сам штифт. Но я не сторонник этого, потому что разрушается, скажем так, сукно, которое вклеено в дереве, да? Вот видите, немножко еще скрип все же остался, значит, незначительно я его... Мы делаем еще раз, я, значит, поглубже. Но при этом смотрите, чтобы у вас не сломалась клавиша. Вот сейчас я думаю, что скрипа уже не будет. То есть вы должны найти, если у вас этих клавиш много, вот. Вот, видите, скрип ушел. То есть на всех режимах я слабо, тихо играю, скрипа нет. При этом она в посадочном месте, видите, хорошо, очень удачно сидит. Вот теперь ля мы еще демонстрируем. Видите? Небольшое. Причем на малом режиме. Когда на большом вроде как проскакивает, даже скрипа нет. Вот. Сейчас беру точно так же. Да, я операцию немножко быстрее делаю. Вы будете, конечно, медленно делать. Не спешите. Вот я даже чувствую, что она не идет отвертка. И вы можете тоже это почувствовать. То есть эта операция выполняется очень медленно, да? Чтобы не повредить сукно, потому что оно все-таки у нас фиксирует. Сам люфт между клавишами, то есть, вот видите, нет скрипа, то есть мы нажимаем и все, играем без скрипа. То есть, ремонтируйте свои инструменты, то есть настройщика вызывать не надо, вам нужно демонтировать только верхнюю панель, да, клавишную вот эту крышку и саму фиксирующую планку, вот, которая идет. Тут вы аккуратно, я сейчас еще раз покажу, как я вытаскиваю, вот видите, на себя, чуть-чуть, и так хоп, и она тут сама выйдет. То же самое, обратная операция. Сюда завели. Да, вот у меня сейчас несколько клавиш сняты, да? Вот так вот их поддержали. И, значит, на свой штифт, чтобы он сел. Все, клавиши у вас. Эту операцию вы можете сделать сами, не приглашая настройщика. Спасибо за внимание. Встретимся на YouTube. Добрый день, друзья. Сегодня у нас случилась такая некоторая поломка, проблема. Вот клавиша Fa diez, первая октава, отлетела у нее верхушечка, да, вот это. Очень часто, когда я прихожу, склеено неровно. Почему? Потому что обычно клеют не снимая с фортепиано. Вот я сейчас над клавишную панель снял саму клавишу, там у нас обозначена как 46-я, и, так сказать, отвалившуюся верхушку, вот эту черную. Что я делаю? Я развел вот двухкомпозиционный хват строительный, это наиболее, вот я сейчас покажу, сколько это видно. Вот это две, сама эпоксидка непосредственно и затвердительная. В равных долях здесь один к одному написано разводить. Вот, что я делаю? Вот я развел некоторое количество клея. Вот по грани как идет, тут она ровненько, значит. Вот. То есть нам самое главное, чтобы схватилась вот эта площадь. Вот. Можно, конечно, использовать другие синтетические клеи. Тут нету какого-то особого правила. Главное, чтобы он у вас был склеен, как вот я сейчас показываю. То есть нужно его клеить непосредственно снятым. Если же вы будете клеить... На фортепиано, во-первых, сместите. Во-вторых, вы не добьетесь того, чтобы излишки клея вы потом, естественно, можете прям сразу затирать. Вот этот клей чем хорош? Ну, конечно, будет какое-то долгое время засыхать, но сразу он схватится на месте. Вот, и можно прям сегодня же эксплуатировать, ничего страшного, она не отвалится. Вот я нанес некоторое количество, значит, на площадь это. И вот как идет у нас, скажем, деревянная часть, да, то есть мы эмбонитовую пластмассовую часть, вот так тоже по краю. Причем очень незначительно берите его, клея много не надо. То есть что произошло? Так как инструмент у нас 78-го года где-то, да, просто старый клей высох на гранях, скреплявших вот это дерево с полиэтиленом. Вот как вы нанесли, значит, это количество, вот, достаточно, больше я даже не буду делать, так как у меня вот, вытерли, значит, с боков, вот видите, с краев сразу выше. Теперь нужно точно попасть, чтобы вот у нас, мы как смотрим, вот клавишу насыпали, да, вот, значит, вот эта часть у нас, скажем, не знаю, видно, на фотоаппарате, вот она, да, чтобы вы наоборот не приклеили, прям ставите ее,
и локальные, чтобы она у нас точно скрепилась. То есть, чтобы закрылся вот этот скелетный белок. Немножко он вышел, ничего страшного, мы сейчас это уберем. Вот, ну теперь самое главное, вот что я делаю. Я когда поравнял, что точно, я его сверху надавливаю. Вот я вижу, что у нас пошло скрепление. Теперь аккуратно, чтобы не запачкать ее клавишу лишнюю. Вот я ее держу, держу уже чистым пальцем. Вот это вот убираю, излишки клея. Вот и вы также будете делать. И опять, вот он уже даже чувствует, что он уже схватывает. Вот, ну клей может быть не обязательно на основе эпоксида. Ну вот этот хват он зарекомендовал себя для работ с деревом и пластмассой. Поэтому очень советую. Вот некоторое время можете подержать. Можно даже, если вы убеждены, что точно у вас совпали грани, можете даже под пресс. Но я вижу, что он не так. Вот я сейчас пытаюсь его, скажем, вот видите, он уже у нас схватился. Все, вторую часть будем позднее. Так, клавишу мы удачно проклеили. Вот, теперь мы будем устанавливать. То есть клей, конечно, будет, как я уже сказал ранее, постепенно браться, но он уже сейчас зафиксировал дерево, значит, с пластмассой. Вот здесь я с грани, если посмотреть, вот крупнее я убрал лишние вот излишки на. Вот. Здесь я сознательно оставил, чтобы вроде бы как большая площадь еще схватилась клей, потому что здесь он не соприкасается. Вот. Таким образом, как мы приклеили, сняв клавишу, теперь я также молоточки сюда направил. Пилот я аккуратно веду. Так, на штифт. Тык. Все. И наша клавиша будет во всех режимах. Не западать, не заезжать. Вот, еще на час-другой постоит, будет уже мертв. Все, спасибо за внимание. Клейте свои клавиши. Все. Видео нашел, разобрал? Да. Так, а тут все закончено? Да. Видишь, как видно? Все покажу. Вот, видишь? Теперь надо что делать? Да? Берущий что? Выкидай. Мелкие барышки. Thank you.
Ну, что у нас сейчас получится? Смотри, два молотка стоят, вот отсюда показывай. Вот эти два, да? Ага. Вот видишь, они неровно стоят. Я что делаю? Смотри, отвертку сюда пропускаю, нет? Показывай. Видишь? И смотри, теперь наверх показываю. Видишь, они расходятся? Ага. Видишь? Вот так. Вот сейчас смотри, такое же место. Это здесь вот. Вот, теперь вниз показывай. Вот эту отвертку стоят. Ага. И нет, сюда. Ну что, меня не видно, тёртку. Как сюда сместить? О, теперь наверх поднимай. Вот теперь видно, что. Видишь? Зашли. Так, где еще? Вот такая вот сейчас. Вот, поймал. Теперь вниз, вниз, вниз. Еще какая-то ответка, ага, видно. О, видишь, он сам пошел. Чтобы ровно стоял. Так, где еще такой молоток? Ну все, можно уже не снимать теперь. Здесь. Вот тут еще один. Я сейчас сделаю, да, там можно снимать уже. Время там можно. Thank you.
друзья. Сегодня у нас инструмент Беларусь. Вот артикул 109. Порядковый номер его есть. 72134. Крышка у нас, если мы сейчас вот посмотрим, видите, вот крышка. Дубовые листья. Считается, что это очень хорошего качества инструменты были выпущены вот этим артикулом. Вот. И мы надеемся, что мы с него, как говорится, сделаем игрушку. Что следует показать? Вот наличие, допустим, молотков, если мы посмотрим, да, канавки, видите, сбитые, значит, на нем, особенно вот в басовой части, видите, играли очень интенсивно. Это дает нам основание предположить, что играли на нем очень много и интенсивно. На первой клавише, вот если мы посмотрим, мастер Вишнев, может быть, Вишнев, как правильно, указал, что это 5-9. Год, к сожалению, не указан. Вот. И даже есть какой-то типа, наверное, знака ихнего. Вот видите, вдавлено в дерево. Вот. Ну, инструмент, как вы видите, в запущенном состоянии. Пыль, на нем до этого пытались как-то играть. Не знаю, что из этого вышло. Вот строй примерно вот такой. Вот сейчас мы продемонстрируем. То есть присутствует частично, конечно. Полутона есть. Но вот видите, тоже как фальшивый. Здесь вообще три струны до и до. Видите, три звука. Если мы допустим аккорд. Да, особенно у нас басы здесь вот. Правильную темперацию, квартоквинтовый ход, и потом продемонстрируем вам звучание, какое должно быть после настройки. Сейчас, значит, какая задача у нас предстоит? Мы полностью будем демонтировать механизм. Я могу прямо сейчас сразу продемонстрировать, как мы это делаем. То есть я вот эти парашки аккуратно откручиваю, да? Эту операцию может любой мужчина выполнить, если у вас оно запылилось, так? Вытаскиваем, вот, вытащили мы его. И ставим аккуратно, чтобы он нам не мешал. Далее, значит, при помощи кистей зубных и малярных мы будем удалять пыль и пылесосом. Здесь мы также вот эти все клавиши демонтируем, потому что сейчас можно даже несколько. Кстати, они хорошо сейчас в посадочных местах сидят. Вот, а, видите, это очень хороший показатель. То есть на штифтах они сидят ровно. Не наблюдается, видите, моли. Моли практически не было, только если вот можно будет видеть, там грязь есть. То есть вот такая работа сейчас будет проделана генеральная. Мы во времени, к счастью, не ограничены. То есть можем позволить себе делать столько, сколько нам нужно. И задача у нас, супер задача, это сделать из него игрушку, чтобы марка Беларусь, пусть она даже старая, как говорится, я предполагаю, что это до 60-го года сделано, где-то вот так. Кто-то знает точнее, значит, покажет. Вот, мы сделаем этот инструмент. Ну, пока все вот это. Выключить. Одна из клавиш, так, черная, да, вот видно хорошо, вот произошло здесь, да, на окошке, вот на этом центровом расслоении. То есть эту процедуру вы тоже можете сделать, значит, небольшое количество ПВА, вот вы так стараетесь, чтобы он туда проник, можно даже иголкой, но я знаю, что пройдет и так. Вот с этой стороны, видите, особенно вот он, вот так вот заправляете. Он лишний, как говорится, клей выдавится наружу, и потом мы сможем его, что называется, выдавить, да? Вот он, видите, как? Ну, то есть, по возможности, чтобы он туда побольше площадь схватилась. Вот. Теперь у меня вот такое вот специальное приспособление есть. Чтобы его, вот, можно продемонстрировать. Немножко отпускаю сейчас, да? Вот, чтобы гладкий иметь, струбцинка такая. И заворачиваю. Вот, видите, клей пошел. Трещины мы
избавили. Вот в течение 3-4 часов постоит, и уже все, у нас гарантия того, что на штифте на этом оно никогда не выскочит. Все, спасибо. Что сделали? Мы сейчас вскрыли, да, пианино наше. Тут было очень большое количество грязи, мусора, да. Вот все вот видно сейчас на камеру, что вот мы прочистили. И подклавишные вот эти вот прокладочки наши. И здесь, сколько смотреть. Вот со штегов удалили, видите, пыль чистенькие. Они у нас теперь готовы. Можно показать молотки. Там на первом видео, не знаю, видно, нет. Но у нас сейчас они более-менее чистые. Еще сейчас я пылесосом пройду. Вот уже частично мы, можно показать будет, клавиши тоже, да? Клавиши. Вот. А да, а Вика вот трет еще одну клавишу. Еще вот она со спиртом макает. Вот тебе показать. Вот она, видите, как она чистит. Сейчас я покажу, как нужно зачистить молоток. Вот если посмотреть на этот молоток, в момент удара, вот я нажимаю сейчас на подъезд, видите, что происходит? Он бьется, конечно, но частично вот в эти канавки он заходит, и получается некоторое гашение звука. Вот такие канавки при помощи вот такой вот пилки для ногтей. Почему пилки для ногтей, а не какой-нибудь другой? Потому что нужно делать округленно эту операцию. И чтобы не снять лишний слой, который нам, в общем-то, ценным является, да, мы делаем вот так. Так. Вот таким образом, не спеша, нужно добиться так, чтобы не было канавки. Что мы в результате получаем? В результате мы получаем полноценный звук, то есть все децибелы, которые были предназначены, скажем, изначально, да, в момент удара соприкосновения. Вот уже сейчас, если видно, допустим, да, уже она канавка ушла. И, соответственно, видите, звук будет лучше. Вот я ее всю практически до конца сработаю. Все, выключай. Так, теперь... Итак, сегодня мы закончили с Божьей помощью наш инструмент «Беларусь». Вот, с дубовыми веточками и желудями. Вот. Я сейчас продемонстрирую вам то, что получилось с темперацией у нас. Еще аккордом, допустим, да? Так далее, да? Вот, допустим, аккорды.
вам терцы, ваши ноги. Сначала мы там играем бесамомучи, да, вот бесамомучи мы сейчас можем показать, насколько у нас изменения в звуке. Если вы сможете почувствовать, это будет хорошо. Значит, мы со своей задачей справимся. Мы справились. Теперь самое главное, чтобы наше пианино в течение долгого продолжительного отрезка времени, значит, вот эти вот, то, что мы делали в хорах, выводили эти звуки, да, между собой, согласование. Вот они у нас, слава богу, получились. И думаю, что вот, надеюсь, что, блин, тут говорят хорошие, что вот есть на крышке тяжелые есть. Вот. Ну, старый инструмент, конечно, есть особенности, есть, в общем-то, уже где-то, может быть, соответствует каким-то задачам пианистическим, но для начального обучения, значит, и такого, скажем, непрофессионального, где-то музицирования, это вполне достойная вещь, поэтому, значит, не спешите всегда, делайте свои инструменты очень долго, но правильно, чтобы они приблизительно звучали, как вот этот инструмент. Спасибо за внимание, сейчас нам еще и хотел продемонстрировать. Бега, собирай, давай. Что она у нас будет демонстрировать? Давай. Давай, садись. Что ты будешь играть? Василёк. Василёк у меня. Василёк, Василёк, полюби мой цветок. Все. Есть. Легко.
1957-59 года примерно выпуска. Значит, как всегда, недержание колков некоторых. Поэтому мы прибегаем к гофрокартонному шиму. Вот картонному, если сейчас его можно вот так вот ближе показать. То есть вот я взял 3-мм картон, заготовил, вот промял ее с помощью пинцета. Вот, и буду демонстрировать вам, как работать в басовом диапазоне. То есть вот у нас... Одна нота хорошо у нас. Я здесь. Вот он. А верхний колок я сейчас вот буду показывать. Вот, допустим, пытаюсь его. Он нормально стоит все. Видите, он. Видите? Да, вот так вот. То есть такой колок нужно аккуратно, значит, с помощью тибара. Вот. Тибар ключа. Большого можете мало. Отворачивай потихоньку грани, чтобы не повредить. Вот я сделал пару оборотов вот с помощью специальной отвертки. Я снимаю конец струны. Принципиальный момент является здесь. Вот нужно, когда мы сняли, вот видите, если можно показать, чтобы обязательно конец струны, он вот так вот ушел. И теперь очень аккуратно некоторые критикуют то, что мы очень варварски подходим в плане выкручивания. Нет, я вот аккуратно при помощи тибар ключа не разрушаю посадочного места. Вот грани здесь слабые на самом колке. Может, в результате того, что ее настраивали очень давно. И, вот, не знаю, даст ли нам изображение. То есть я, видите, очень не спешу. Аккуратно выворачиваю наш колок. Вот. Даже, видите, я сейчас убедился, то есть излишнее давление привело к тому, что
можно будет продемонстрировать. Пролог у нас даже неровный, несколько неровный. Вот он постепенно, значит, идет машина, идет при помощи мало. Принципиальным моментом, я повторюсь, является тот, что значит правило, что пока мы выкручиваем колок, струна должна быть оставаться на паке. С чем это связано? Дело все в том, что когда, если мы хоть выбивать будем, хоть вкручивать обратно, да, колок, все равно он у нас струну потом будет практически невозможно. Это я уже на личном примере. Вот, колок у нас показался. Вот он уже вывернут. Вот. Так как я чувствую, что все, вот видите, подписки у меня даже, да? Такое уже, видите, посадочное место уже. Вот я его вытащил. Не знаю, камера даст нам разрешение или нет. Вот его видно, что немножко есть небольшая деформация. Так вот, теперь мы покажем вот эту пробку саму, да? Так называемый буш в английской транскрипции, втулочка. Вот она сработана, нижняя часть, поэтому нас не фиксирует. Что мы делаем? Вот я уже предварительно гофрокартонный шин устанавливаем очень аккуратно. Вот осталось у нас, ничего страшного, он потом отрежется. Теперь заправляем. И таким же макаром. Вот, кстати говоря, конечно, камера нам не дает разрешения, он практически не нагрелся. То есть я очень медленно его сравнительно. Вот теперь постепенно нужно дать ему, чтобы он пошел там только как ему нужно. Вот поймайте, вот этот момент, он тоже важен. Вот сейчас шим вроде наверх пошел. Ничего страшного. Разложится там и своим вот, конечек. Сейчас я даже при помощи пинцета я вот так вот его удаляю. Все. Теперь вот я беру, я уже вижу, что он, видите, вот ровненько пошел, струна у нас стоит. Да. Теперь я насаживаю большой тубар и очень, то есть вращательными движениями, очень не быстро направляю его обратно. Ну, сейчас я немножко ускорю процесс, чтобы вы можете чуть-чуть медленнее все это делать. Вот. То есть это... Главное вот еще тоже. Сейчас, если вы слышите хорошо, то не слышно попискивание. То есть бывает то, что количество 3 мм 2,5 картона это недостаточно. То есть когда даже вкручиваете вы колок при помощи тибара, вы все равно слышите, что идет посторонний. Сейчас у нас только вот звуковой эффект, это струна по грани колка бьет. Вот практически до половины мы уже что? Вернули. Немножко сейчас быстрее иду, чем нужно. Так, в обычной жизни можно дать еще минуту-другую, так сказать. А в басовом диапазоне надо более тщательно прибегать ко всем операциям, то, что я говорю. Почему? Потому что оборвать басовую струну на инструменте такого класса вы не сможете установить. Так, вот практически мы уже на месте. На месте сейчас чуть-чуть я еще позволю себе где-то, наверное, по несколько миллиметров затянуть. Вот, видите, струна, если сейчас видно, она уже в отверстие прям сама попадает, то есть просится. Вот еще один я сделаю. Еще одно вращательное движение. Что происходит в момент того, что мы делаем? При вкручивании. Прокладка наша мнется, безусловно, так как она по материалу видна, если рассматривать. Вот сейчас момент, я попал, можно вот отсюда показать. Вот отсюда вот. Видите, что в отверстие я попал. И вот теперь, смотрите, я досылаю его. Досылаю. Потом я... Вот видите, я дослал ее. Потом я буду еще распределять. Так, сейчас... Сейчас я при помощи малого тибара установлю, как они должны быть, колечки. Вот если видно, вот я их сюда чуть-чуть и пошел. Вот видите, у нас немножко окошко осталось между. Вот я его при помощи отвертки, вот видите, я дослал. То есть практически она у нас что? Стала. Все. Теперь я буду так. Вот на колок одеваем. Сюда немножко с поджатием струну. Сюда ее, чтобы вот не было здесь. Вот у нас сейчас получилось расстояние практически. Колечки не расползаются по колку. Это принципиально, потому что в противном случае, если они не будут друг дружки рядом, то строить такой колок тоже не будет. Все наши потуги будут беспочвенны. Вот видите,
не так он не хочет вставать. Вот теперь. А теперь как мы будем? Аккуратно я вот насаживаю. И вот эти у нас вот так дотягиваю. Потихонечку. То есть вот сделали такую операцию, чуть отдохните, да, чтобы вот он немножко встал. Вроде как еще нужно. Чуть-чуть ниже, да? Ну, давайте чуть-чуть. Встанет он. Остается он на дереве сейчас. Чуть выше, если слышите. Да? Так, как только у нас это рабочее. Слышно это, да? 2-3 биения в секунду еще у нас. Так, вот видите, осталось некрасиво, чтобы у вас не было, что вы ремонтировали, обязательно аккуратно при помощи пинцета удалите. То есть, что можно сказать, если сейчас вот близко показать. Вот у нас в хорах вот этот колок. И вот ремонтированный. Разве можно сказать, что мы ремонтировали? Нет. И самое главное, теперь снимайте меня. Самое главное, что мы при помощи гафрокартонного шима, установив его, избежали больших затратных работ. То есть, новый колок не покупали. Не разрушили посадочное место, молотком мы не били. Да? И, как говорится, вот он у нас забил. Точно звучит. Спасибо за внимание. Встретимся на YouTube. Вот у нас одна из клавиш. Так. Черная, да? Вот видно хорошо. Вот произошло здесь, да? На окошке, вот на этом центровом расслоении. То есть эту процедуру вы тоже можете сделать. Значит, небольшое количество ПВА. Вот вы так стараетесь, чтобы он туда проник. Можно даже иголкой. Но я знаю, что пройдет и так. Вот с этой стороны, видите, особенно вот он. Вот так вот. Заправляете. Он лишний, как говорится, клей выдавится наружу, и потом мы сможем его, что называется, выдавить, да? Вот он, видите, как. Ну, то есть, по возможности, чтобы он туда побольше площадь схватилась. Вот. Теперь у меня вот такая вот специальное приспособление есть. Его вот можно продемонстрировать. Добрый день, друзья! Сегодня у нас пианино Беларусь, примерно 57-62 год, вот где-то в этом радиусе действенно. Что мы сейчас сделаем? Возникла ситуация, что инструмент либо, как говорится, его выкинут на помойку, либо он останется здесь навечно стоять и мешать, ну, как говорится, проживающим. Вот. Но так как нам отдают, мы можем просто сейчас сделать небольшую цвековку, то есть это не настройка самого фортепиано, а цвековка. То есть вот сейчас поближе подойдем, так, чтобы снять тоже. Вот я, например, играю сейчас вот. Видите, как он поможет? Вот видите, мы берем. Вот. Почему мы должны сейчас протестировать? Если состояние колкового механизма не позволяет, скажем, через неделю, через две мы посмотрим, что как он был расстроен, так он быстро разбежался, и то есть нет смысла нам его, так сказать, тащить, платить большие огромные деньги за перевозку. И самое главное, что он и на месте там не будет нам давать правильного звука. Вот здесь, значит, как мне представляется, его не настраивали никогда, не регулировали. Вот как полвека он стоит, вот в таком состоянии и есть. Я сейчас произведу цвековку, то есть выстрою в хорах, где-то, как говорится, интервалику какую-то приемлемую. И если она нас устроит, скажем, как я сказал ранее, где-то через неделю, через две, такой инструмент, что он будет, в принципе, там играть, в такими же звуками, значит, ради Бога. Вот то, что я сейчас делаю. Например, я нахожу вот. Видите, кто как настроен. А вот для нас, они, конечно, ниже стандарта 440 Гц, но тем не менее, да? Вот я от нее начинаю. Вот нижний колок у меня не строит, видите? Видите, перетянул чуть-чуть. Вниз. Вот тоже первый не стоит. Чуть-чуть. Одна ля близко к стандарту.
сейчас на первую октаву тянем. Вот, кстати, одна из струн, нижняя, да, вот. Это даже чуть выше. Мы оставим ее так уровень. Вот. Малая октава, видите, немножко она. Продолжать, вот если сейчас, допустим, послушаете, уже в малой октаве у нас вот несколько нот появилось родных, скажем так, да? А дальше я их буду вот, чтобы первая октава. Видите, видите, как? То есть, ля бемоль и ля у нас без изменений дают звук, да? Вот, сейчас пока снимать не надо. Thank you.
будешь строить здесь? Продолжаем тестирование нашей Беларуси. Значит, нами за где-то порядка часа прошло времени. Были тестированы колки и состояние струн. И была, как я до этого сказал, сделана предварительная, донастроечная, значит, процедура цвековки. То есть, по сути дела, я пришел к убеждению такому, что инструмент долгое время, может быть, даже все полвека стоял без настройки, то есть регулировка колкового механизма отсутствовала. Может быть, конечно, первоначально его настраивали, но тем не менее колки очень мне показались жесткие, то есть только в малой октаве некоторые из колков, в единичных случаях, были, ну скажем так, мягкие повороты ключа. И я сделал так называемую предварительную цвековку. То есть я по квартоквинтовому кругу двигаюсь, если вот вначале я работал малым тимбаром, вот четырехгранным. Сейчас я, например, могу продемонстрировать, что я вот си бемоль, да, немножко не выстроился. И вот с основного си бемоля вот средний у меня колок не работает, и я его потихоньку. Вот этот си бемоль подвел. Что мы имеем? Если вы будете смотреть запись в начале, то когда я играл, вот скажем, да, здесь в первой октаве, то звуки были не темперированные. То есть звучали фальшивые звуки, ноты. В хараха было по три звука сразу одновременно звучало. Сейчас я вот это постарался сделать, чтобы оно было... Вот. Здесь, конечно, еще доводить. В принципе, как звучит наш инструмент теперь? Вот до диез. Вот ре мажор. Вот ми бемоль. Вот ми мажор. То есть я сделал вывод, что в принципе просто очень долгое время инструмент не настраивали. Если мы, скажем, придем через неделю, через две и убедимся, что вот эти колки сейчас немножко, так сказать, строй у нас ниже, чем стандартный, мы его, может быть, выше не будем поднимать, но просто более четкие квартоквинтовые соотношения сделаем, да? Вот видите, как он звучит уже. А до этого не было. И вот, например, какую-то я музыку, ну, не знаю, вот Санта-Лючи можно. Thank you.
спасибо за внимание. Тестируйте свои инструменты перед тем, как их переносить таким вот образом. То есть пытайтесь некоторые струны свести в хорал, посмотреть, насколько через какой-то промежуток времени, скажем, неделю-две, они держатся, и тогда уже делайте заключительное решение, что да, действительно, мы этот инструмент не покупаем, а, скажем, берем в дар. Вот. То есть приглашайте предварительно или сами настройщика, используя ключи. Вот. И таким образом вы не рискуете, так сказать, переносить такую огромную, как говорится, тяжелую вещь, привлекать большое количество людей, транспорт и, так сказать, возможность того, что сможете потерять его. Спасибо за внимание, встретимся на Ютубе. Добрый день, друзья! Сегодня у нас наша старая, как говорится, любимая Беларусь, которую мы прошлый, получается, 28 да, ноября цвековали. Сегодня у нас 10 число. Вот. Прошло, значит, более 10 дней. И этот инструмент, как я сказал ранее, он ожидал, значит, участи, чтобы его вынесли на свалку. Но была возможность, как говорится, его перенести. И маленькая девочка начнет свои музыкальные занятия по фортепиано. И предварительно, если вы будете смотреть предыдущую запись, я, значит, сделал цвековку. То есть я, так как инструмент долгое время не настраивался, никаких процедур с ним не проделывали, ни технического, значит, обслуживания не было, ничего. Я предварительно, значит, сделал цвековку. То есть я брал тибар ключ малый и очень осторожно вывел в приблизительные тона наш инструмент. Вот сейчас я ближе камеру на разрешение продемонстрирую те звуки, которые теперь вот у нас, скажем так, более 10 дней. То, что я сделал, вы будете смотреть, какие звуки были неправильные в начале. И вот, так сказать, после цвековки, как инструмент играет. Сейчас играем, допустим, аккорды, тот же соль мажор, да? Вот, вот так вот звучит. Некоторые выхватывания, конечно, есть. Вот ля мажор. И произвели незначительную темперацию, дает нам основание, что инструмент может быть подвержен настоящей такой, как говорится, классической темперации, чтобы у нас количество полутона было везде одинаковое. Вот. Хора за это время, которое я выводил, но я их не совсем, конечно, чисто вывел, но постарался, практически не разбежались. Видите? Вот первая октава, как хорошо. То есть практически нет изменений. Вот немножко ля бемоль, да? Вот фа диез чуть-чуть одного нижнего. Да, и теперь, когда мы перенесем, я даже надеюсь, что когда мы будем переносить этот инструмент сейчас с четвертого этажа, значит, на первый этаж, ввести его, он практически не разойдется в строй. И я только буду, значит, моя задача отработать молоточки, потому что они очень сработаны у нас в фильцах, и сделать настройку, почистить его. Так что, если у вас есть возможность предварительного, скажем так, диагностирования инструмента в плане того, что убедиться, что колки старого инструмента держат, вот, делайте такую процедуру, значит, на не менее недели, чтобы он у вас постоял настроенным. Тогда вы будете уже уверены, что когда вы принесете его, допустим, в то помещение, где вы будете заниматься музыкой, настройщик придет и сделает, так сказать, его достойно. Спасибо за внимание, встретимся на Ютубе. Добрый день, друзья! Сегодня, через две недели после того, как вы будете смотреть первоначально, мы с Божьей, как говорится, помощью перевезли эту Беларусь. Вот.
Очень успешно перевезли. Вот. Если вы будете опять же сначала смотреть, вы увидите, какие звуки были первоначально неправильно. Мы предварительно сделали цвиховку, то есть подстроили каждый из звуков этого фортепиано. И сегодня у нас самый главный ответственный день. Нам нужно не только почистить весь инструмент, потому что он за полвека набрал в себя всевозможное количество пыли и нечистот, но и настроить его, то есть довести до потребителя в конечном виде. То есть вот, если опять же будете смотреть, как было у нас и как есть, существует такое мнение, что при перевозке очень страдает вот этот колковый механизм, настроечная часть. Мы сейчас демонстрируем, что вот у нас звуки. Вот они. Значительных расхождений